Танцы и Всемирный день психического здоровья. Кто-то подумает, ничего общего, но только эти ребята знают, что и не танец это вовсе, а простой способ расслабиться – элемент арт-терапии. Ей и не только предлагали заняться прохожим прямо здесь, а для начала пройти тест на депрессию. Употребляете ли слишком много алкоголя? Ну, наверное, отвечу один, иногда, наверное. Да не так сложно. Так, курите больше обычного, никогда. Совершенно не стесняются, подходят, проверяют себя, идут вот на терапию. Арт-терапия – следующий этап. Здесь можно было вылепить из пластилина даже своего начальника, а потом его смять и нарисовать свое внутреннее состояние. Я не знаю, какое у меня состояние, так что рисую, что придумал, то и рисую. И что, нравится? Да, что-то не очень. То, что не очень понравилось молодому человеку, оценили психологи. По рисунку они определили явную целеустремленность его характера. 5 минут личной беседы со специалистами кому-то не хватило. Поэтому всех желающих врачи приглашают к себе в центр медпрофилактики на бесплатную консультацию. На самом деле все просто. Звоните, запишитесь, приходите. Обязательно состоится хорошая, плодотворная работа. Здесь мы, конечно, не можем консультировать в полном объеме, поэтому основная цель акции – это как раз привлечь население на то, чтобы люди обратили внимание на свое психическое здоровье. И напоследок напомнили, что психологи лишь помогают людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Санжима Немаева, Михаил Циренов, «Новости дня».